какая-то, значит, говорит, ой, там собаки закрытые в доме, говорит, гляньте, они, говорит, здесь это возят все за забором, теперь, говорит, варить будут, говорит, наверное, масло из них на жиры топить. Добрый всем день, добрые зрители доброго канала, с вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Сегодня мы, как всегда, в приюте, гуляем с собачками, убираемся, занимаемся. Сегодня со мной мои любимые помощники Вита и Максим. Вот. Ребята у меня лучшие. Побольше бы, конечно, хотелось молодежи в наших рядах, но, к сожалению, очень многие учатся, кто-то работает, не всегда есть время приехать, помочь. Но они никогда мне не отказывают, всегда помогают, всегда выручают. Сегодня мы познакомим, ну, большую часть собачек наших вы знаете, а сегодня мы еще познакомим вас с нашими подростками, малышами, которые тоже есть в приюте, просто не всегда удается их снять, потому что первый дом гуляет сначала взрослые, вот, потом мы уже выпускаем подростков и малышей, потому что, ну, если мы выпустим сначала подростков и малышей, взрослые этого как бы не поймут, да, и не получится у нас достаточно хорошо все это снять. В данном ролике я... Так, иди сюда. Да, иди, 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 Снежок, иди, Рич, 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 рикутенок, Рич, да? Вот, иди ко мне, иди, милый. Это Эд, если все помните Эда, Эд – это та собака, которая прилетела с Якутии, у которого очень сильно раздуло живот, а теперь мы стали вот после кастрации вот такие вот очень-очень большие. Я не хочу сказать, что они много едят, они много двигаются, но вот это что-то, наверное, скорее всего, у него гормональное, как мне сказали доктора. Ну и в данном ролике я хочу к вам обратиться, да, январь месяц очень для нас сложный. Сложный в плане того, что предновогодний у нас Венечка травмированный, Клепочка, Кирочка, слава богу, в семье. Мы созваниваемся с Надеждой каждый день, практически, ну, как бы я звоню, узнаю, у Киры все замечательно, ее любят, говорят нам спасибо большое за этого солнечного ребенка. У Клёпы впереди еще одна операция, завтра мы едем в понедельник в Рязань, у нас едет Веня на повторную сдачу посева. Если у него посев нормальный, то мы будем готовить его к кастрации. И, конечно, к Наталье и к Вадиму он поедет на пока платную передержку. По-другому никак. Вы сами понимаете, что у меня 5-й этаж. Веня отнимает очень много времени у меня сейчас. Поедет еще у нас Эрни. Все помните Эрни Якутенка, который приехал в достаточно плачевном состоянии. У Эрни с детства большие проблемы, у него врожденный рахит, сейчас у него проблемы с задними лапами. Поэтому я созвонилась с Николаем, списалась, и мы завтра Эрни тоже везем в клинику Рязань смотреть его проблему задних лап, потому что собака не может полноценно двигаться, не может ходить. Ну, как бы это причиняет ему боли, поэтому... Все новости будут в следующих выпусках, а в этом выпуске моя большая, такая уже добрая, полюбившаяся мне семья, я обращаюсь к вам с большой-большой просьбой помочь нам собрать финансов на питание. Сегодня я уже мясопродукцию взяла в долг. В долг, потому что как бы в течение месяца я не собирала средства, так как было очень много травмированных, понимаете, да, я постоянно к вам обращалась, и как бы с тех денег, что вы присылали, как бы нам хватало на питание, но вот сейчас уже прям вот все, уже у нас все, да. И я очень-очень прошу вас каждого помочь нам, да, жить, выживать, да, и помочь нам денежкой на питание. Люблю мои жайки, люблю, да. Это самое такое остро необходимое, что нам сейчас... надо. Я обращаюсь к каждому. Каждые ваши 100-200 рублей нам помогут жить, выживать и кушать.
там, Ричик, Ричика сними, как он мяч играет. Сними, 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 Ричик. Друзья, как он. Ричи, Ричи. Поэтому Сэм боится, ага, мячей. Рич, Рич. Вики. А это Ева Якутенок. Ева Якутенок выросла. Вот она, черная. Ева, Ева, Ева. Ева Якуточка, да, которая приехала. Самая-самая маленькая. А какая стала Ева? Ой, какая Ева стала красивая. Красивая Евочка стала. Вот она, Евочка Якуточка. Да, самая маленькая была Евочка. Девочка. Ну, а теперь я знакомлю вас с нашими подростками. А то никак я... Все, не можем мы по времени уложиться. То есть мои собаки все живут определенно своими партиями. Взрослые со взрослыми, подростки у меня находятся с подростками. Щенков я всегда отсаживаю, стараюсь отдельно, пока мы растем. Вот. Это мои вот новорожденные, уже вывезенные. Иди сюда, Кекс. Кекс. Умочка, да. Кекс. Кекс, Кейси. Вот такая у нас, да, растет. Вот это вот новорожденные мои щенки. Это Клара. Так. Это Ума. Где-то Кейси у нас есть еще и Кекс. Да, это Кларочка. Это те щеночки, которых мы выходили с Машенькой. Новорожденных, с поповиной. Нас очень тоже много. Растем. Впереди, конечно, у нас стерилизации, кастрации. Но это теперь по весне. Вот этого мальчика выкинули у нас в городе. Вот девочку со щенком недавно, ой, с ошейником привезли недавно совсем, тоже кто-то выкинул. И вот так мы с каждым днем пополняемся, пополняемся. Вон ходит Бали, якутянка. Бали, Бали, Оскар. Не бойтесь, мои хорошие, Бали, Оскар гуляют. Так, Кекс. Вон Максим гуляет, играет с Кексом. Это вот как раз тот новорожденный наш. Щеночек. А вот он Кекс, мой новорожденный ребенок, мальчик. Да, какого мама выходила, да. Помочь нам. А ты посмотри, какой он седой. Он щенок, а он весь седой. И все говорят, собака седая, уже старая. Седина, как и у людей, не показатель возраста собаки. А где? Где моя зайка? А вот эту вот красавицу мне позвонили со школы. Иди ко мне. Иди. Я даже не знаю... Как ее назвать-то еще? Лейла? Лейла? Нет. Пойди ко мне, пойди, пойди скорее. Пойди к маме, пойди скорее, пойди скорее. Пойди скорее, пойди скорее. Вот это у нас такая вот красивая голубоглазая девочка. Мне позвонили учителя со школы, что собака трое суток лежит, не двигается. Просили помощи. Ну вот я поехала, посмотрела. У нее просто была течка. Ее кто-то напугал, да, мою кукольку. Ну, посмотрите, какие у нас все милые, красивые собачки. Конечно, всем будем сейчас выкладывать на пиар, искать семьи. Это определенные условия приюта. Да, кстати, с сентября по октябрь месяц у меня уехало 18 собак в Москву. Мы со всеми на связи, так что не думайте, что мы собираем. Но также я и развожу, устраиваю. Сейчас, конечно, вот временно без машины, но я надеюсь, все наладится. Наладится у нас платный пиар и... Все будут устраиваться в дома. Татоша взрослый пес, которого тоже кто-то выкинул в городе. Ну вот он просто прямо сам подошел к нам, прыгнул в машину и поехал с нами в приют. Со всеми очень хорошо живет, поэтому взрослые мои собаки как-то маленького не очень хорошо приняли. И он находится вот у меня с подростками. Да, Татоша? Вторую операцию и... Будем готовить собак на Израиль и на Германию. Прикинь, клево, да? We'll be right back.
Ну, я вас люблю. Кита тоже такой. Кита тоже в кадре, я молодец. Где? Мои любимые волонтеры. Мои хорошие, мои помощники. Да. Сейчас будет смотреть. Гаврюша! Майка! 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 Майка, 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 майка! Майка! Майка, гляди, морды! Машка! Майя! 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 Майя, Майя! Майя, Майя! И как ты ее отдашь, Наташ? Как? Майка! Майка! Красота! Ай, красота! Дурмашина! Очень просим не пройти, не остаться в стороне. Очень просим вас помочь нам в сборе денежных средств на питание. Собаки, ну, не могут сидеть без еды. С большим к вам уважением и со всей любовью. Волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.